Так, отмерили 40. Отрезаем. Это боковые. Отламываю. Хорошо. Так, зачищаем. Это вот боковушка аквариума. Вот здесь вот чуть-чуть не получилось, так на 2 миллиметра надо заклинуть. Может, вот на это переделать стекло. Блять, и чем же ее? Кусачками может не получиться засверлить, может чем-то надо пробовать кусачками. О, снимается понемножку. Главное не переусердствовать. Так, есть. Теперь зачищаем. Ну, это как раз просто то место, где у нас 37. А, это где 40. Получается, вот это у меня будет высота. Нормально. Так, есть. Боковушка одна готова. Теперь дело за второй. Вот еще одна. Так, чистим старых стекол. Вернее, стекол. Есть.
Так. Значит, еще раз, да, 37 на 40. А, 37 и 2 на 40. Так, ну что же, поехали. 37 и 2. Раз. 37 и 2. 2. И 37 и 2. Вот здесь 3. Есть. Вот так. Так, есть. Поехали. Я хреново отрезал. Будем надеяться, что ломается нормально. Ломаем. Ну вот тут, что я и говорил. Вот здесь вот плохо отломалось. Так, а тут у нас, тут вообще скол. Надо вот это вот забивать. Вот этот кусочек. Ага. Оно ж вот так вот отломалось. Но все равно это будет лучше, чем там с той стороны, там прям внутренний такой скол нехороший. Там будут проблемы. Так, есть. Значит, вот это надо, наверное, сразу зачистить, чтобы не порезать. Thank you.
Так, это было 37. И теперь отрезаем 40 сверху. 40. Раз. И 40. Два. И 3 на всякий случай. Ну да, неровная хрень, ладно. Буду как есть делать. О, почти идеально. Так, вот здесь вот чуть-чуть кусочек, буквально, совсем маленький. Если вот это, она и есть. Вот она. Да? А ну-ка. 37,2. Вот ее мы вовнутрь засунем. Только зачищу сейчас. И вот здесь вот, вот этот кусочек надо. Это внутренняя перегородка, она как бы разделит аквариум на два аквариума, но она нужна из-за того, что стекло рекомендуемое у нас шестерка, а мы используем четверку, ввиду того, что четверка была, стояла в окне в доме. Так, зачищаем, чтобы рыба не порезалась. Да и чтоб люди не понимали. Так, есть. Ребят, ну, стекла нарезаны. Дальше переходим к сборке самого аквариума.